страна знает тебя как человека, который лучше всех танцевал, танцует и будет танцевать. Но сегодня мы посмотрим на твою поющую сторону, все верно? Угу. Но я так понимаю, что ты пришел не просто так. У нас сегодня небольшой сабантуй по случаю 18-летия твоей певческой карьеры. Ну, получается, да, где-то 18. Я думаю, где-то 20, просто 18 лет назад, наверное, 18, да, мой первый трек вышел. Так, значит, совершеннолетие.